него прям все такое по олдскульчику, он прям видно, что человек наслушанный в музыке. Но ты знаешь, что он такой рэпер. Ну прям да. Такой. А ну в да. этом альбоме он переходит в поп-музыку. Ну кайф, давай посмотрим на эту трансформацию с удовольствием. Слушай, а вот у тебя что-то была такая трансформация? Меня вот в этом приглашении больше всего заинтересовало то, что это будет формат под старые шоу. Типа 90-х, 2000-х. Мне очень интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Вот. Что касается моей трансформации, она как раз сейчас и происходит. В начале этого года я выбрал для себя новое направление в музыке и наконец-то отпустил свои ограниченные рамки. Ну, потому что все циклично в мире, и мода, и музыка в том числе, и вообще нот всего 7. Наверное, тяжело сейчас придумать что-то супер оригинальное. И плюс подросло целое поколение людей, которые не слышало старые хиты. И для них переосмысление вот это, оно как новый трек для них. То есть они даже не знают, что есть оригинал. И так было всегда. Старые рэперы там переосмысливали джаз, музыку. И я думаю, так и будет далее. Из олдскула нашего? Да. Не знаю, с гуфом. С гуфом, реально? Да. Какая это была бы, о чем это была бы композиция? О том, как трудно жить в этом мире, но не надо сдаваться. Нет, мне нравится он как личность. Вот именно как личность. А какой это трек был бы в стиле Ice Baby или вот то, что вы сейчас исполняете? Это был бы трек в стиле какой-то дикой мотивации. Да. В этом был бы и самый цинус. Я под стол пешком ходил. Я родился в 90-м и в 97-м пошел в школу. То есть у тебя такое школьное еще время было? Да это даже не школьное. 90-е для меня это прям детство-детство. Детство у бабушки во дворе с мячом, с пацанами, с друзьями. Тима Билана. Очень много крутых экспериментов. У него когда-то выходил альбом электронной музыки, за который он даже взял какую-то награду. Поэтому, что касается Димы Билана, он очень музыкальный. А девушка, женщина, может быть? Из это... старой, да? Да, тоже из школы. Так, Любовь Успенская. 100%. Да, 100%. Любовь Успенская, One Love вообще. А как ты думаешь? В музыке 100%. Весь успех в музыке, потому что у нас почему-то принято хейтить эстраду и ту музыку, на которой мы росли, а я считаю, что она очень музыкальная, потому что там работали над ней не битмейкеры, а композиторы. И я думаю, в этом самая главная соль. Надо сделать ремейк «На-на». Вы даже сделали уже вроде. Да они живы. Да... Ой, извините, так нельзя говорить. Я имею в виду, они еще выступают, они активно двигаются, но... Все равно делаете. Так вот именно, но мужикам-то по полтосу уже. «На-на» — это как бы надо по двадцатке, чтобы были пацаны. М-Бен тоже умер, «На-на» еще живо. Слушай, такой философский вопрос, что представь себя с 50, с полтос. Так. Каким ты себя видишь, какая это музыка и какой у тебя образ? Да я не уверен, что я хотел бы в 50 лет еще остаться на сцене, хотя все зависит от того, в каком амплуа ты на сцене. Если ты остался как крутые какие-то рокеры, как, не знаю, не буду говорить здесь, опять все запикаете, вот, то тогда окей. А если оставаться в амплуа и выглядит кринжово, то нет. Идешь в бизнес как тимити? 100%. А куда? Ну, мужчина, красавчик. Куда будешь развиваться в бизнесе? Где-то на островах буду делать вечеринки закрытые. Хочется немножечко уйти от музыкальной темы. Лето у нас на дворе, все. Как планируешь праздновать, господи? Ну, может, праздновать лето, да. Планирую праздновать, каждый день кайфовать, очень много работать. Летом точно никуда не поеду, потому что очень много релизов. И работать, работать, работать. А когда отдыхать-то? Ну, у меня классная работа, я могу и отдыхать, и работать одновременно. Например, сегодня. Например, сегодня, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.